Настало время посмотреть нашу новинку на автомобиле. Позади меня стоит Ford Transit, где мы установили реечный привод Кайман. Давайте подойдем ближе и посмотрим. Вот так выглядит привод, установленный на автомобиле. Обратите внимание на его компактность. Благодаря этому он открывает дверь шире на 10 сантиметров, чем электропривод Крока. Современный дизайн привода Кайман удачно впишется в интерьер любого автомобиля. Кстати, в привод встроен светодиодный фонарь, который освещает зону посадки и высадки пассажиров. Несмотря на то, что привод Кайман является абсолютно новой конструкцией, он полностью совместим с существующей линейкой комплектующих, будь то рейка, опора с тягой, либо иная деталь. Обратите внимание, на приводе Кайман мы используем гибкую оплетку, которая более практична, чем гофра. Мы поговорим о функциях нашей новинки. Наш привод обладает, конечно же, функциями безопасности. Как и все остальные привода нашей компании, он обеспечивает выполнение требований правил ЕКОН номер 107. Это автооткат движной двери при наезде на препятствие. Обеспечивает механическое аварийное открытие изнутри. Показываю. Проход свободен, можно выходить. А также механическое аварийное открытие снаружи. Показываю. Проход свободен, можно выходить. Помимо функций безопасности, в приводе Кайман предусмотрены функции комфорта. Так же, как и на Крока, вы можете выставить оптимальную ширину открытия сдвижной двери. Но у Каймана есть и уникальная функция, а именно настройка скорости работы двери. Предусмотрено три уровня скорости. Уверенно плавная, средняя оптимальная, стремительно быстрая. Такой опции нет ни у одного реечного привода. Выберите для себя наиболее оптимальную скорость. Безусловно, с такими преимуществами привод Кайман займет достойное место среди электроприводов для сдвижных дверей. Спасибо всем за внимание, следите за нашими новинками. Всем пока!